Вблизи молодежной улицы расположено несколько детских садов и школ. С открытием автобусного школьного маршрута, который привозит детей в 13-ю гимназию из других районов города, появилась необходимость установить регулируемый пешеходный переход, чему местные жители очень рады. Но если поставить светофор, мне кажется, еще лучше. Почему? Потому что тут школа, тут магазины, аптека, и это, наверное, необходимо. Без этого, наверное, нельзя, скорее всего. То, что вот переход – это переход, а светофор – это совсем другое дело. Сначала оборудовали остановочные комплексы и так называемые лежачие полицейские. Теперь здесь установлен и готов к запуску светофор. Сейчас установили светофорный объект, он будет оборудован вызовной кнопкой. И, соответственно, эти ИДНы можно будет нам убрать. То есть детишки будут приезжать, нажимать кнопку, переходить, все это спокойно. Это уже четвертый такой светофорный объект в городе. Для удобства и безопасности они оборудованы необходимыми металлическими ограждениями всего 100 метров. Направленной подсветкой планируется дополнить еще 8 нерегулируемых пешеходных переходов. Полина Бахова, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцова».